Не вся продукция, произведенная на территории нашей страны, может считаться отечественной. Об этом представители торгово-промышленной палаты Московской области рассказали на семинаре. Его организовал Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района. Главная тема – процедура включения промышленной продукции в реестр, произведенной на территории России. Григорий Ворванин подробнее. Согласно постановлению правительства России, с 2020 года все предприятия должны занести выпускаемую продукцию в реестр, который подтвердит, что она произведена на территории нашей страны. Непопадание в реестр лишает предприятия возможности участвовать в государственных закупках, а это основная доля прибыли большинства производителей и переработчиков продукции. Одним из первых, кто подавал документы на регистрацию в реестре, Сергей Шатилов. Его предприятие выпускает несколько сотен наименований продукции. По каждому нужно получить заключение о включении в реестр. Процедура действительно достаточно сложная, и она, на первый взгляд, запутанная. Вот эти наши усилия, они, собственно говоря, были тщетными. То есть мы собрали большое количество документов, подали их, и в итоге через какое-то время получили отказ от включения в этот реестр. Лишь после консультации в торгово-промышленной палате Московской области удалось подготовить необходимый пакет документов. Скоро часть продукции будет внесена в реестр. Чтобы другие предприниматели во время регистрации обошли подводные камни и знали, как действовать, был организован семинар. Представители торгово-промышленной палаты рассказали о критериях, которым должна соответствовать такая продукция. По критериям может быть, это, например, смена кода плюс оборотная доля, то есть импорты и комплектующие в этой ситуации должны быть там не больше 10%, это 5 или 20-50%. Тогда ЗАЗ признает эту продукцию, как произведет территория Федерации. Торгово-промышленной палате пояснили, пройдя весь путь от начала до конца с одним видом продукции, предпринимателю все станет понятнее, и с остальным таких сложностей не возникнет. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.